Мистерио был опасен, даже когда он был обычным пройдохой. Представьте, что он может учинить теперь, овладев магическими способностями. Даже мне не хватает воображения, о великие любители комиксов, а это говорит о многом. Бегите, бегите от своего повелителя, могущественного Мистерио. Нет, не надо. А сейчас я сделаю так, что двое полицейских исчезнут. Что? Есть и другие осколки скрижали? Еще больше волшебных сил. Я должен их найти. Боже. Да, и не говори. Нужно скорее найти следующий осколок. Вот он. Тогда почему моя чутье не дает мне покоя? О, чуть не зарыли буквально. Ну где? Что-то потерял, пучеглазый? О, это же мой давний друг, Флинт Марка, песочный человек. Знаешь, после наших игр я месяцами вдряхиваюсь костюма песок. У меня есть для тебя новая игра. Марко? Марко? Марко! Поло! Боже, я думал, это у меня шутки дурацкие. Песчаный шторм. Да, после этого весь костюм будет в песке. Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Человек-паук и разрушенные измерения. И перед началом, перед записью видео я поменял всем челопукам костюмы. Поставил вот такой вот космический костюмчик. Смотрите, какие световые эффекты на руках у паука. Вот. И у нас на очереди песчаный человек. Давайте надаем ему люлей. Выбьем весь песок из его головы. Так. Оп. Отлично. Вода. Здорово придумано. Думаешь, это мне помешает? Йоньк! Йоньк! Смотри, ты весь мокрый. Принести полотенце? Ты никуда не денешься. Я могу управлять каждой песчинкой. Правда? Ты мог бы сделать состояние на ландшафтном дизайне. Я тебя сейчас прибью. О, так прям резко. Битва с песчаным человеком. Интересно. Так, теперь надо понять, как его мочить. Он боится воды. Как мы поняли. А я так предполагаю, бочки это с водой, бочки. Давайте попробуем. Так и есть. Так. Сейчас мы его околпачим. Ты не причинишь ему вреда, пока он не превратится в грязь. Это мы уже поняли. Да куда ты? Мне нужна бочка. Так. Оп, отлично. В сторону. Так. Еще раз провернем такое. О, он меня песчаной рукой швырнул. Фу. Получилось увернуться. Воу, какие-то новые штучки. О, водичка. Смотрите, водичка. Получается, эти штуки тоже можно выбивать. Блин, он нехило так меня бахнул рукой своей песчаной. Давай, подвигай. Опа! Да куда ты? Мне нужна бочка. О, отлично. Ну-ка, получи.
А, не успел повернуться. Да что ты будешь делать-то? Отлично. А, не успеваю я уворачиваться от него. Что ты будешь делать? А, не успел. Давай, к воде подходи. Да что ты? Давай, ко мне, подходи. Не так, так по-другому будет. В смысле? Почему он к нему не приближался? О, отлично. А, не успеваю я ни черта. Так. Чуть-чуть ему осталось. Чуть-чуть. А. Хватит поливать грязью-то меня. Подходи лучше сюда. А, вода, кстати, смотрите, тоже останавливает грязь. О! Да сколько можно? Давай, попадайся на воду. Ладно. Вот пошли бочки. Да что ты? Есть. Я придумал кое-что получше. Звучит грозно и неплохо. Так, отлично. Первая битва прошла. Вроде как более-менее. Что будет дальше, еще неизвестно. Забираем эссенс. Эй, Флинт, куда ты делся? Я перевоплощаюсь. А это что за чупакабра вылезла? Песочная шавка. Окей. О, винт. Я так понимаю, принцип тот же самый, что и с Флинтом. Надо сначала, чтобы он превратился в грязь. Оу. Окей. Отлично. Хлобучили. О, сколько их тут повылазило-то. Ну-ка, подходите ко мне. Вовремя вода, конечно, включилась. Получи. И распишись. Отлично. О, а это что за говняный шарик? Кто нагадил на ковер? Есть. Отлично. Уже уходишь? Даже не обнимемся на прощание. Так, что он придумал-то? Я-то полагаю, вот это все нам надо сейчас пройти. Весь этот участок. Так, по кругу и... Водяная вышка. Понятно. Надо добраться до водяной вышки и... А как это сделать? А, о, вижу. Отлично. Так, сюда. И по вагонам. Отлично. What's up, dunes? Wow, I've missed trains before, but this is the first time I've missed a platform. Ну, пока не так уж и сложно, в принципе. Thanks, Flint. Why make it easy? Whoa.
Так, по вагончикам. Довольно так лайтово все пока проходит. Ничего сложного я не вижу. Успевай, да брызгай паутиной. О, отлично. О! О, это что за тварь? Так, 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 так. Мочим, мочим. Пока он не высох. Да что ты? О, сдох. Отлично. Too easy. Просто easy. Что такое? Увлажнение полезно для кожи. Ты куда? Можно мне с тобой? А? А? Можно? Опять он свалил. Ладно, бежим. We're not going into the spooky old mine, are we? Well, we have to solve a mystery and unmask someone dressed as a ghost too. Какая-то шахта, да, получается? Шахта по добыванию. О, чуваки там. Я к вам, ребят, вы не против? Who's having a good time? Raise your hand. Оп. Так, открываем все. Все, они превратились в какашки. Сейчас я вот раскидаю. Фантастик. О-о-о, говняный шарик. Да блин. Круто. Бежим. Так, в фильмах на этом этапе обычно выскакивает какой-нибудь монстр. Я знал. Ох, какой он большой-то. О, как больно. Я тебя убью. Нет, спасибо, от этого будет только хуже. Так, теперь надо понять, как. Чтобы остановить его, понадобится много воды. Понятно. Он большой, нужно много воды. Так. А, нахлобучим тебе сейчас в руку. Как тебе это? Неприятно, да? Так, так, так. Отлично. Сейчас я твой... Я паутиной твой кулак шатал. Воу-воу-воу-воу. О, а что он... Что он закричал? Так, бочки с водой. Отлично. Отлично. О, в голову сейчас настучим. А теперь я паутиной твою голову шатал. Эх. Ну, в принципе, лайтово. Лайтово. Так. Еще разок. Получи. Чуть-чуть тебе осталось. Вот тебе, соринка в глаз. Эй, не оставляй меня тут одного, мне страшно. Окей. Так, теперь я понимаю, нам на ту сторону, да? О, что-то я переборщил. Так. Ну. А, наверх. Я думал, по сценарию должны вылезти монстры. Нет, нет, убить его, засыпать песком. Эй, Флинт, по-моему, тебе не стоило разделять свое сознание. Вау. О, двери открылись. Тогда не буду я с ними сражаться. Я просто пробегу. Окей, по старой схеме. По старой схеме. Погнали. Yeah,
Так. Эй! Песочная тварь. Вагоны мне, пожалуйста. Или с этими надо сражаться, что ли? Окей. Сейчас я подготовлю арену. Так, один уже... О, двое уже в какашку. Так, сейчас я вас... Бинго-банго-бонго. Да, иди сюда. Все, сдох, нет? Походу, калачик свернулся, все сдох. И? А вот полетели вагоны. И полетели вагоны. А мы полетели за ними. Так. Так. Получается, опять драться надо. Еще и здоровые. Окей. Сейчас мы с вами расправимся. Подготовлю только место битвы. Ну, давайте. По одному. Ой. Ах, ты засранец. Мощные удары. Ух ты, нифига. Давай, подыхай. Есть. Отлично. Да, попался на воду. Сейчас я с тобой разберусь. О-о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 -
Получи. Получи. Засранец. Ух ты, еще блок. Давай, давай, сваливайся, сваливайся вниз. Да что ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Это через доски получилось. Есть. Отлично. Так, полетели вагоны. Полетели. Раз они полетели, и мы полетели, и все полетели. Так, 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 так. О, пришли на место. Давай. О, сдуло. Еще одна бочка. Сколько же можно? Так, окей. Ну, в принципе, до нее недалеко было. Воу-воу-воу! Чуваки! Пошел вон! Отлично. Как тебе это? Блин, сколько их тут? Их тут много. Да. А этот у нас не хочет превращаться в какашку. Так, минус один. Блин, превратился обратно в песок. Давай.
Как тебе это? Еще и полет на виражах. Так, похоже, все. Опять свалил. Снова соляная шахта. Опять свалил. Так. И снова как арена, да, получается? Давай. Сразу подготовим. Чем глубже он спускается в шахту, тем больше вокруг него песка, и тем крупнее он становится. Ну, как говорится, чем больше шкаф, тем громче он падает. Так что... Ох, ты засранец. Так что сильно бояться его не будем. Отлично. Посмотрим, куда он делся на этот раз. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, паучок. Ты что творишь? Песок. Наверное, он прошел сквозь эту стену. А еще говорят, из меня плохой сыщик. Этот бур пробьет стену, но, похоже, рабочий сбежал. Как только... На помощь, помогите, на меня напали песчаные монстры. Окей, намек понят. Как же без этого? Как же без спасения человека? Воу. Так. Шел вон. Не трогай моего человечка. Так, отлично. И... Опа. Думал, я тебя не увижу, да? Готов. О, спасибо, что спас меня. Помочь тебе вернуться обратно. В точку попал. Умеешь управлять буровой машиной? Я-то? А, давай я сюда сяду за руль. Погнали. Так, поехали. Ну давай. Пробей мне путь к приключениям. О, черт, паучок, у нас гости. Не допускай этих песчаных тварей к инструменту. О, очень здоровый. Ладно. Он почти взломал мою машину. Я не успел, короче, прочитать, что там было написано. Я был увлечен чисткой песка. Так, готов. Не трогай машину. О, он почти доломал мою машину. Прекрати это безобразие. Да что ты ходит выковать, блюдок. Насранец. Я понял, что надо их остановить. Все. Мы проролись. Класс. Я тебе скажу, ты парень не промах. Я спас супергероя. Да. Ну ладно. Будем считать так, что ты спас супергероя. Так, преследуйте песочного человека, окей? Что мы будем делать? А что с камерой-то? Воу-воу-воу-воу-воу! Ух ты! Валим! Валим! Ай-яй-яй-яй! Он близко! Он очень близко! I am
Больше никаких покатушек. Надо будет спрятаться где-нибудь, пока песочный... О, спрятаться-то негде. Тебе конец, паук. Я тебя прикончу. Убить его сейчас? Нет, сначала поиграем. Смотри, чтобы он не сбежал. Причини ему боль. Не убивай его сразу. Нет, убей сейчас, прикончи его. Не убивай его сразу. Флинт, твое сознание слишком уже растеклось. Этот осколок дал тебе слишком много сил. Бред, а вдруг он прав? Да, ну, ерунда. Нет, это я чувствую. Заткнись, он прав, признай это. Он врет, заткнитесь оба. Тихо! Ищи бочки с водой. Воу-воу-воу! Он нахлобучил меня чем-то. Песком. Так. Да куда ты все падаешь-то? Хорош, а? Хватит падать. Лучок. Тут... Твою мать! Что ты? О, неужели? Так. Щебочки с водой, говорит. Окей. Да чё ж ты падаешь? Ты чё ж ты не цепляешься-то ни за чё? Зачем тебе паутина-то вообще? Скажи мне. Сам ты даст. Ну и чё? Я нашел бочки с водой, и чё теперь? Чё с ним делать? Роу! А, о, понятно. Так. И бьем ему по морде, да? Оружие такое. О! Валим. Так, та же процедура, да, получается? Воу-воу-воу-воу! Так. Где твоя рожа? Да куда ты все? К морде лети. Морда у него похожа на этот. Блин, слишком мало времени. На пирожное и картошку. А че у него две? В какую стрелять надо? Так. Лети, лети, мой паучок. Через запад на восток. Ну, чуть-чуть тебе осталось. Недолго. Дышать. Воу-воу-воу-воу. Так. Отлично. Что ты делаешь? Ты паук, а? Меня просто иногда поражает в этой игре то, что паук занимается сам своими делами, вообще. Делает не то, что я нажимаю там, допустим, сам. Самопроизвольно что-то там прыгает, где-то летает. Или вообще не прыгает, не летает, не цепляется ни за что. Давай, чуть-чуть осталось. Да что ты будешь делать? О, меня сожрал. Так. А, давай, успею? Есть. Да ладно. Я ж тебе... У тебя же жизни нету, как ты? Oh my-
Так, что-то я не понял. Use the water barrels amongst the debris to your advantage. Help you! Get him! Да какого хрена? Я ж попал ему по морде. Ни черта не понимаю. Look for water barrels. Help you! Чё-то я ни черта не понимаю. О-о-о. А как такое может быть? У него жизни нету. Так, себе отдохнул, но это того стоило. А теперь пора вытряхнуть песок из штанов. Ну что, друзья? Очередной босс пройден. Даже никак не босса. Ну да, босс, наверное. Вот, очередной злодей пройден. Вот так назовем это. Это был песчаный человек, и он был довольно-таки сложный по сравнению с предыдущими. Вот. Ну, а следующего мы будем уже смотреть в следующей серии. Так что... На этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.